Пожалуйста. Слова Корнея Чуковского, музыка Красева, заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». Музыка Кудряшова. Лягушки-музыканты. Подошла к концу, вы были внимательны, и я хочу вас спросить, дорогие зрители, ну что, мы продолжаем обучать первоклассников или все-таки уже можем присвоить им звание юного музыканта? Можем присвоить. Можем? Да. Ой, по-моему, вы мы уснули. Согласны. Я не слышу вас. Можем. Ну что ж, тогда наступает самый торжественный момент, и я приглашаю для вручения дипломов юного музыканта директора детской музыкальной школы номер 1 Никифоренко Андрея Григорьевича. Добрый день, дорогие наши родители, наши гости, наши первоклассники. Я сегодня поздравляю вас с вашим первым таким концертом. За какой-то период времени, за полгода первый, вы выучили программу, все подготовились прекрасно, молодцы. Я думаю, что родители видят результат своих детишек на сцене. Правда, не все выступали сегодня, но я думаю, что у них все впереди. Может, мы увидим на других концертах. Тем не менее, поздравляю всех наших детей, вас с первым концертом, с праздником посвящения первой власти. Спасибо. Диплом юного музыканта вручается Кравченко Валерии, специальность аккордеон, преподаватель Уланова Лариса Ильинична.
диплом вручается Шарков Семену, специальность аккордеон, преподаватель Уланова Лариса Ильинична. Быстрее, Семен. Диплом юного музыканта вручаем Галате Роману, специальность аккордеон, Уланова Лариса Ильинична. Курган Максим, сегодняшний солист, специальность аккордеон, преподаватель Фрей Александр. Диплом особенный вручаем нашей ведущей Лазаревой Анастасии. Ее дебют в качестве сегодняшней ведущей. Специальность аккордеон, преподаватель Фрей Александр Пантелеймонович. Сегодняшняя наша выступающая Диденко Мелита, специальность фортепиано, преподаватель Леонтьева Дина Михайловна. Приветствуем. Петровская Варвара и ее соратник по ансамблю. Варюша, мы тебя ждем. Специальность фортепиано, преподаватель Леонтьева Дина Михайловна. Бурные, бурные аплодисменты, они старались. Романенко Елизавета, специальность фортепиано, Соковенко Татьяна Семеновна, преподаватель. Диплом вручаем Егорян Аделине, преподаватель Панкова Альбина Михайловна, специальность фортепиано. Есть у нас Аделина. Костраковская Дарья, специальность фортепиано, преподаватель Панкова Альбина Михайловна. Переверзева Катюша, в составе квартета пианистов, сегодня был дебют на сцене, специальность фортепиано, преподаватель Ермила Ольга Евгеньевна. Бурные аплодисменты, не ленитесь. Богдан, Полина сегодня и пела, и выступала в составе ансамбля. Полина, бегом к нам. Специальность фортепиано, преподаватель Ермилова Ольга Евгеньевна. Исаак Настя, специальность скрипка, преподаватель Мыца Елена Николаевна. Степоглу Александр, специальная скрипка, преподаватель Пудовкина Людмила Иосифовна. Саша, мы тебя ждем. Саша. Мастеров Юра, сегодняшний наш пианист, специальная скрипка, преподаватель Пудовкина Людмила Иосифовна. Юра учится на двух специальностях у нас. Юрчик, мы тебя поздравляем. Наша вокалистка в составе ансамбля сегодня была Митина Яна, преподаватель Сахара Алывана, специальность вокал. Яночка, мы тебя ждем. Кара Нелли, специальность вокал. Преподаватель Нагачевская Юлия Афанасьевна. Пономарев Виктор, специальность гитара, Краснов Виктор Дмитриевич. Исаак Настя, вокал, Чиван Лилия Валентиновна. Настя, Исаак, все здесь у нее уже есть еще один. Чеботарь Елизавета, специальность вокал, преподаватель Чиван. Кудурец Мария, специальность вокал, преподаватель Чебан. Рукостой Кирилл, специальность гитара, преподаватель Ратушный Александр Константинович. Мельничук Дмитрий, специальность гитара, Ратушный Александр Константинович. Романенко Александр, специальность гитара, преподаватель Тищенко Владимир Павлович. Романенко Саша, быстрее. Вообще-то он Алёша. Да, Алёшенька? Мы перепишем тебе, не волнуйся. Монтажи Илья, специальность гитара, преподаватель Юричко Дарья Дмитриевна. Илюшу мы сегодня видели в составе струнного квартета. Лукьянченко Александр, специальность гитара, преподаватель Юричко Дарья Дмитриевна. Тоже был у нас в составе ансамбля. И Бабин Тимофей, еще один участник ансамбля гитаристов, преподаватель Юричко Дарья Дмитриевна. Аплодисменты, не ленитесь. Наша солистка Власюк Юлиана, специальность вокал, Болгарева Екатерина Ивановна воспитала такую красавицу. Гаврилуца Анна, специальность вокал, преподаватель Болгарева Екатерина Ивановна. Ткаченко Анна, специальность вокал, преподаватель Болдырева Екатерина Ивановна. Еще один диплом. Кока Мария, Болдырева Екатерина Ивановна, специальность вокал. Подымка Дмитрий, специальность духовые инструменты, преподаватель Греку Иван. Дима, быстрее. Хамко Ангелина, специальность духовые инструменты, преподаватель Греку Иван. Подожди, подожди, подожди. На аплодисменты.
всем огромная, но это еще не все. Наши юные музыканты должны нам что-то пообещать. Это традиция нашей школы. Для зачитания, так скажем, за чтение обещания юных музыкантов я приглашаю Лукьянченко Сашу. Слушаем внимательно и думаем, выполнят они это обещание или мы. Мы ученики детской музыкальной школы номер 1 города Бендеры, получая звание юный музыкант, торжественно обещаем в школе с радостью учиться, на уроках не лениться, все задачи выполнять и учиться лишь на 5, заниматься каждый день, навсегда забыть про лень, быть достойными таланта и призвания музыканта. Проверим? Самое главное, проверим, да? Вы думаете, это все? Нет. Вы знаете, что образование – это три единства. Это педагог, ученик и родители. Поэтому по традиции у нас обещания еще дают и родители. И я хочу пригласить на сцену нашу бывшую ученицу, которая совсем недавно стояла здесь и давала обещания юного музыканта. Сегодня ее Катюша уже выступала в составе ансамбля пианистов. Переверзева Светлана Викторовна зачтет обещание родителей. Уважаемые родители, чтобы дать обещание, я попрошу вас всех встать. Это очень торжественный момент. Ой, встаем. Все встаем, не стесняемся. А куда стесняться? Мы, родители первоклассников, перед лицом наших детей и педагогов музыкальной школы даем торжественное обещание вовремя в школу детей приводить, за выполнением заданий следить, на вечера и концерты ходить, за обучение плату платить и аттестат выпускной получить. Верными этому быть не устанем, здесь мы торжественно все обещаем. Три раза закрепим. Обещаем, 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 дети. С праздником вас! Спасибо всем большое. И завершает наш концерт гимн школы. Все, кто знает, могут участвовать в его исполнении. Пошли в гимн школы. Мир счастливой улыбкой взгляни, и пусть.
внимание, можно сфотографироваться на фоне наших замечательных учеников, юных музыкантов. До новых встреч!